Ну, сейчас у нас осталось 16 человек. Поступило 22 человека. Все в зависимости от тяжести травмы. Остались самые тяжелые. Легких мы, когда некоторых перевели в травматологию, некоторые ушли домой на амбулаторное лечение. Сейчас осталось крайне тяжелые двое больных в реанимационном отделении. Остальные 14 здесь, 4 из них тяжелых. 10 средней тяжести и легкой степени тяжести. А с какими травмами, с какими повреждениями чаще всего поступали? Ну, в основном поступали боевая травма, огнестрельное ранение, осколочное в основном. Других травм не было. А по поводу медикаментов, по поводу помощи, вот волонтеры говорят, что собирают. Есть какие-то проблемы, какие-то нехватки? Значит, в настоящее время в отделении полностью всем обеспечено. Антибиотик, обезболивающий, перевязочный, шприцы, марля, перчатки, спирт, йод. Даже привезли новые 60 матрасов, когда давно не было такого. Сейчас настолько, вот, как в старые добрые времена.